Третий трай, да, и на профы пошли. Нахуй это синдром, блин. Первый трай неплохо было. Давайте сейчас, ну, один БР только есть. Два БР в КД. Сейчас и два СС есть. Да, блядь. Ну давай, хули. Притон дашь по Вадикону, а ты мифик по Рависту дашь. Во время трая у них откадешься, чтобы не сдохли на всякий случай. Не ебланьте, ну нихуя сложного на боссе нет. Ну вот это вот хуйня. Либо тут сидеть 5 часов, ждать, пока вы соизволите, блядь, с каждой метки выбежать, блядь. Вы же сами понимаете, что это стрёмно, блядь. На дыхание не вставайте. ШПшников на сколько? Всего 2 в рейде. Вот если вы не раздупляетесь, вот... Вот рейд стоит, да, примерно в кружке, да, в кружке звезде. 30 метров, ну, от вас, ну, вот, вот здесь где-то, я не знаю, в районе хвоста там домашний, вот здесь где крест, блядь. Ну, сообразите что-то, но это, лучше от хвоста ты отлетишь. И там тоже можно не отлететь, еще подальше стать, там, ближе к луне. Вот, чтобы вы дамажили, типа. Но опять же, смотрите, с таймингом не экспериментируйте особо. Если Шалфир, допустим, с таймингами знает, я не знаю, как он знает, не знает... Если, ну, пока что не экспериментирую с этой хуйней там. Тык на портал. 2-3 стака там слови, да стоп, не скинь лучше. Лучше на притяжке тучку сдай. Потому что ты от притяжки уже сдох один раз. Так лучше будет. А потом уже, когда будешь уверенно чувствовать, уже это будешь хлопать там. Но главное, что хлопнуть там надо вот в крестике, в черепе, вдалеке от рейда на 30 метров. И не во время притяжки. Потому что бывает, когда челиков притягивает, они хлопают и минус весь рейд сразу. 20 стаков там своих. Так, трупа. Несложно нихуя, просто, блядь. Второй фазы дошли, главное, и все. Потом первую пройти не можем, блядь. Давайте завязывать. Она вообще легкий босс. Рарник. Вот рарник что-то долго отключается. Куда-то уходит. Вот подошел. Все, спускаемся. Таща убнёл. Да. Я тоже верю в это. Притяжка тут пораньше будет, готовьтесь, скоро будет. Да, взорвёте. Ну, блядь. Ну, ты же бежал туда, ну, беги ты туда уже сразу. Всё, всё, повезло вас, защита. Ты разорвался по пути. Только не разъебите раньше времени. То, блядь, вы... Вон сбоку суловые стоят, обратите внимание. Перебегите, блядь, хули. Центральную задотайте немножко, блядь, для разнообразия. Справа далеко. Это четвёртая, сейчас садится буду. О, блядь, ГЦ нахуй. Ну посмотри, где я умер, реально. А блядь. Это уже, ну это уже неинтересно. Ну это... блядь, ты посмотри, это реально геометрия какой-то баганула, то ли чё. Не знаю, не должно такого быть. Значит, лучше надо стоять. Ты между ними стоял. Щель, да, между глыбами. Пиксельная щель. Сдуло тебя. Так, ну давай этот, кто там у нас? Отжи, реса его. Дамага-то надо, блядь. Притяжка скоро. Сдуло в щель. Притяжка сейчас, смотри. Так, притяжка смотрим.
беги, малышка, беги! Фул бафы там есть по ПС? Сейчас посмотрю. Каски нет нихуя. Как дела там, блять? Лапка где? Есть. Вот теперь есть. Как он дамажить будет без каски, без всей этой хуйни? С бафами сразу как челика поднимают. И что? Не даже не сдвинуться, да? Челик через тебя бежит и даже не сдвинулся. Кто это в треугольнике, блять? Имейте в виду, нахуй, ступайте друг другу дорогу, блять. Это залупа полная. Так нельзя играть. Не успела, если... надо паровозиком идти, а не прыгать через паровозик. Да. Ну я знал, что будет похер. Пришлось бежать. Бля, сейчас только без смеха. Есть Живс? Опа, тоже он сдуло. Бич тоже. Багованный, блядь. Мозг багованный, блядь. Ну, Синдра села, не люблю сдохший, блядь. Заебись. 5 хилов не для того, чтобы один сдох, мы спекаем. У БР там минута у Рависта. И какая это была вторая, да, взлетка? Да. А вон таймер Берсы. Притяжка скоро готовить. Дайте ему Дживса, блять, починиться нахуй, он там я красный. Поставил. Чинись быстрее. Хуя вы, блять. Ну после вайпа каждый раз чиниться должны, блять. Че у меня хп не фул, че там с хилами, блять? Шаманы, блять. Че у меня не фул? Ну давай волну-то закинь, ебаный покос, блять. Во. Фридом. Так, после глыб как разобьете, реснеш не люблю, ревист. Ну и дальше у нас только одна ошибка, это Вадикона будет БР, все. Ровно стоим за глыбой, ровно. Ну, по центру падает, примерно. И четвертая, последняя, слева далеко. Есть истерия на цели? А, бля, потопил, да. О, на связи, наверное, есть. А, он закидывал. Дай там Вадикон по нелюблю тоже и нырок. И бафы по нему обновить, и каску, лапу пристабак. Фаза пошла. Первую звезду сразу разбить. Можете уже РДД смещаться, милики там убежите, как склеп. Склеп секунда. Так. На фул его захиливаем. Сразу стаки скинули, сразу менять. Идете. Вот видите, как рейд уже проседает на двух стаках. Поэтому за каждой глыбой не проебите, самое главное. Так, звезду склеп. На себя сейвы. На связи я хилим. Люблю щиты, выходи, блядь. 3, 2, 1. Ждем притяжку. Шелфир до хп, дай. На связи хилим. Вот, ну, хули. Как дела? Там 6 хилов нахуй. Охуенно, да, дела у вас? Я и смотрю. Да, падаем, или нет? А как? Ну а что ты тут будешь делать нахуй? Смотри, вы... Смотри, 20 тел не отбежало. Хотя можно было. Ну, может, ладно, хуй с ним. Нельзя было. Все, понятно, блядь. Там щель была нахуй, я понял. Бля, ой, ну там реально пиздец. Да я нет, в ахуе, не, там. Я ничего ахуе. Не говорю, блядь. Я отвечаю, я прям в ахуе. Да, бля, это... похуй. Народ. Ты первый раз меня убила, вот этой хуйни вообще. До этой 25-й ходили. Ну, то есть, как бы ни разу не убивала. Она там, да, базара нет, не шотает. Но я даже урона, сука, ни разу не получал. И тут такого выбегаю, типа, блядь, ну ты говоришь, типа, надо же, ну, звездочку, типа, поддамажить. Думаю, сейчас дотку грамотную кину и съебуся. Бах, щель сдуло. Адская щель, блядь. Сдуло в щель, блядь. Слушайте, пацаны, ну это, конечно, все круто. Дуло в щель, блядь. Ну...
смотрите, вы думаете сами, ну, допустим, я сейчас вот 3 трая, что мы ГП не давали, да? Если хуярить сейчас ГП, ну вы тут налутаете пизда, нахуй. Вот эти. Вот эти смерти на притяжке не должно быть вообще. На этой, как там, на щелях не должно быть вообще, нахуй. То есть, ну никак, нахуй. Ну вообще не должно быть, блядь. Ни ответного удара не должно быть. Ни под дыхание зайти ты не должен никто. Синдреновая способность, адская щель. Вот самое главное, мы доводим с вами до фазы. И вы, вот 6 хилов, вот вы мне объясните, вот как на связи меняется? Вам это анонсить или что? Я не понимаю. Вот как? Вы сами понимаете, что он меняется со мной? Или ну что сделать, чтобы вы захилили-то, сука? Ну 6 лбов, блядь, на фулл танка мне, ну ебаный в рот. Как, блядь, с вами, ну, с, это... Пока бафы, это, я жене быстренько воды поднесу, там одна да, дымя. Да. Ой, щели была, блядь, не захилили. Я понял, блядь. Наоборот, не было. У нас, как сказать, мифические диваны, блядь, адские щели, блядь, просто не рейд, нахуй. Сказка. Там с собой пытки. Диванные щели? Диванные щели, ну, блядь. Сейчас, пацаны, блядь, я на F1 поставлю ГП, нахуй. Нормуль. Я думал, оно у тебя от единички до нуля стоит. О, а может, может мне шаманом пойти в Элема? Чуть побольше СПД будет. Ой, я слушаю, я не знаю. А чё, демона нету, блядь? Они не стакаются, демоны. А, не стакаются? Нет. Нет, там вроде так работает, что типа это увеличивается у демона. Для демона. Ну это первый только, я так понимаю, работает. Типа первый прок демона просто больше будет. Да, да, да. Ну зато первый может дать прям очень лишний. Я удалил там рекаунт, нахуй, вы мне просто 6 хилов объясните, блядь. Вот Лоджи, 2 шамана, 2 приста великих, блядь, и Шектор. Как на связи идет, ему сносит пол хп, и пол хп он 20 секунд с этим стоит, пол хп, нахуй. Там начали кричать, это метка, метка, блядь. Так ахули метка, вас должны... Побежали как тараканы, блядь. Вас должен... Где у вас демон? Конкретно вайп сейчас из-за хилов. Вот 5 лбов вы проебали танка. Как, что сделать, чтобы его не проебали? Мне зайти на хила или как? Это, конечно, хуевая фраза, блядь, но... Блядь, имейте в виду, нахуй, танка нельзя ронять. Вы это должны, блядь, понимать, это, ну, это вайп сейчас из-за вас произошел. Залупа полная произошла, блядь. Ну, блядь, еще у нас что-то это... Чё? Демон на том трае склеп расхуярили. А, да, ну, типа, от недеса не могут склеп расхуярить. Там, помимо тебя... Там, таких бесов. Там, помимо тебя, еще били люди. Просто, блядь. Ну, это минус ДПС. Я понимаю, ваш ДПС в Лестерке больше, но, блядь, ДПС рейд это важнее все-таки. А тут кастеров-то помимо вас, считай, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс ХПС. Плюс ХПС, ну. Равник, хурюк. Что-то мне голова болит, блядь. Я сидит, выпил эту, блядь, от простуды эту хуйню, порошок, блядь. О, все тут пошли. Антигриппин? Какую-то хуйню там, ну, тирафлюшку. Надо самогон с перчиком красным и чесночком и стучком, носки теплые одеть. И... Ни хрена ты сказал, ядерный. Вообще как коктейль. Самогон выпью завтра, блядь, на работе повяжут, нахуй. Там в трубку дуть надо, блядь. Нахуй. Хилы, блядь, богом прошу, нахуй. На второй фазе не приби. Смотрите, оно с автоатаки сколько сносит пол хп, блядь. Не проебите танка, нахуй. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги. Я уже палец на кнопке ГП держу, нахуй. Это была не притяжка, это была стаки, которые кош ты должен оставить. На... Да я, блядь, я настакал, блядь, я уже скидывал кошем, что сильно. Только на эту хуйню на притяжку оставляю. Пизда, нахуй. Не стреляй. Так, топу будет резать
Топа будет резать отжи после того, как глыбы разобьет. В щель не попадите. Это мем, блядь, местный теперь. Блять. Попали, попали в щель, блядь. Вот это щель, конечно. Сквозная, блядь. Что получается? Все, кроме Призана, да? Пати Хилл. Житесь. Вадикон тут. Сейчас я кого-то забыл, нахуй, но сейчас вот вам, нахуй. Геншин. Шектор. А, заебись, да, если долбоёбы глыбу разбили, нахуй. А, вы разбили, да? Там всё, глыбу разбили. Как хилы могут разбить? Тихо, нахуй. Раз разбили, тогда отменяю. Долбоёбы, кто разбил? Блядь, ДД кто? Кто убежал с центра, тот и разбил. Мы хилами стоим за этой, блядь, глыбой ебучей. Кто-то её разбивает, нахуй. Вчетвером сидим там, кукуем, ебать, блядь. Разбивается глыба, прилетает, нахуй, убивает нас. Заебись, блядь. Жалко, что... Это была очень большая щель. Жалко, что у глыб этих, ну, они не индивидуальны. Так было бы глыба 1, глыба 2. Можно было бы по рекаунту палить. Ага, глыбу 2 бил этот пидор. Ага, ГП ему нахуй. Но глыбы-то, сука, они в одно пишутся, только глыбы и все. Да напишите это на Сирус. Это что это? Какой-то, блядь, баг, нахуй, способность новая. Щели какие-то появляются. Натуре, блядь. Пофиксят, блядь, это заебало лайпаться. Ладно, это все охуенно. Сначала по глыбам мало давали. Потом по глыбам стали так хуярить, что, блядь, 6 челиков падают. Это сразу вайп, тут даже думать не надо. Просто подумайте какую-то золотую середину. Ну, изначально, ну как? Вот милики стоят первые 3 склепа, которые передние, да? РДДшники бьют крайние, потому что у них ренджа есть, да? Логично, да? Ты до полтинника подбил, ну, это, повешал дотки. Все, ну не трогай, не дрочи. Видишь, склеп хуярит, кто-то стоит. Не захуяривай. Хуярь тот склеп, у которого больше хп. Ну перебеги, ну не дрочи ты тот склеп, который, блядь, меньше половины уже, блядь. Считайте бомбы, которые падают. 4 бомбы всего падает. 4-я, да, падала, и челики сдохли. Ну это ж пиздец. Вроде третья. Вот, какая-то хуйня с РДД. Я в глуби был, мне пох. Ну тури, блядь. Первый голи не убивает. Я типа тому, что 100% не я дамажил. Но это тоже, между прочим, вот эта хуйня, это не приветствуется. Это типа, блядь, это я сейчас, да, ну ГП не дал. А так вообще по-хорошему, вам таких ГП тут надо вхуяривать, что, блядь, не знаю. Умер ГП, не умер ГП, блядь. Вот так, да. Тогда, может, убиваться будет. Чё там? Лапку? А, есть лапка, нахуй. Всё, проверка. Кулак дайте, АДК. Там рарлинг, наверное, бафает, да? А вы говорите лёгкая? Кто там говорил лёгкая, нахуй? Лёгкая. Да, блин, да она лёгкая, на самом деле. Она легкая для меня, нахуй, легкая, потому что, блядь... А, ну да. Я ее... Топа, если бы не сорвал бы первый, он что-то там пытался, кричал, говорил там... А как 20 лямов сносить? Руками. Я ее 20 лет бью, блядь, мне похуй. Я уже столько вайпов на ней видал, это пиздец. Ей еще нету 20. Ну, вот видишь, тем более, нахуй, на бета-тесте, нахуй. Или где-то там еще, блядь. ПТР. Что-то такое, да. Примерно так оно и было. Беги, малышка, беги! Должна сейчас взлетать, да, по идее? Опа, дыхание тварь дает. Пидорка ебаная, нахуй. Вообще мразь. Сейчас еще дыхание боком замутит. Я прожал. Удар. Я ключ прожал просто так. ГП. ГП, но. Слева далеко. Слева вон с самого края. И четвертая справа.
После дыхания будет притяжка, готовьтесь. Бидон первый... Стакается. Бидон первый по ХПС, красава. Так, притяжка. Беги, малышка, беги! Я не люблю, хотя бы тело и душа надо вкачать, блядь. Чтоб ты, ну, щиток на себя. Хотя, надо, чтобы достаточно тебя не считал. Чтоб хотя бы себе ускорял куда. Так, метаньки. Метаньки. Так, справа близко. Справа. Третья. И последняя, четвертая слева. Так, истерию забросим. Перехила, да? Да. Притяжка, готовьтесь. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Может получше 40% поставить. Так так и было, блядь. Все у меня было 45. Было 40. Вот она ситуация. Ну потому что куда бежать, нахуй? Оно стало стоять. В очко надо... бежать, блядь. Ну вот я и пробежал в очко, получается. Так, так ты виноват, что ты, блядь, не можешь рейндж набрать. Пиздец. Я в ахуе. И кто там стоит? Кто не двигался в треугольнике? Кто сейчас стоит? Смотрите. Ну вот, я между ними и бежал. Мне, ну, мне некуда было тогда бежать. Просто. Сразу занимай место, откуда вдруг на тебя метка кинется, чтобы бежать в самый край мог. Давай, вот же резай его. А, уже, уже резали, завис, нормально. Фу, баф по нему. Фаза 3%. Готовимся. Аза пошла. Звезду и сразу разбить. Лики уже можете уходить. Сейчас склеп побежит. Он Эйю на фулл хп захилить. Сразу разбиваем, сразу меняешь. И сейчас это по сейвове играть. Ну да, ну ты хуета, блядь. Так, звезду опять Эя, милики, не заморозьтесь. Так, не бейте, ждем притяжку. До половины только близко, автоатак. Близко, близко не подходите, мы лично ты притянешь через... Если, если будет глыба, то туда же, вот, после притяжки его зерганете. Я уже пойду. Вару, иди оттуда. Зергайте, следующую звезду и сразу разбить. Отошли, 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 отошли. Куда метка? Куда ты бежишь? Ты иди скидывай, ты, братан, ты чё стоишь тут, сука, ну я пришёл. Следующую звезду и сразу разбей, за следующую скинет. Курюк. Нихуя, ты скинул, что ли? Да-да-да. Хорошо.
Разбиваем сразу. Следующая опять звезду и сразу разбить или менять. Упала, откуда мы? А че вы бьете, милики? Так, милики, не заморозьтесь лишние склепы. Вот говорил, сука, две сразу разбивайте быстрее. Нахуй нам этот лишний дамаг, сука, в склеп давать. Следующая звезду будет притяжка. Ушли все. Будет притяжка. Так, ухожу. Смотрим. Автоатака. Танки поменялись еще. Вот после притяжки уже подбивайте, после притяжки разбейте. Ну подбивайте уже склеп. Давай, 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 быстрее. Зергаем. Вот, пидор. Я ебал нахуй подбивать. Это склеп звезду... нахуй, блядь. Тихо, сейчас порезаем. Это сразу разбить. Значит, кто там? Вадикон Биг Дема реснишь. А Оджи реснишь второго вара. Резать и фул баф пойдем. Захилить, сука, ну хильте. Вставай и хильте. Хильте и дамаг. Дамаг, дамаг и хил. Так, сразу разбиваем его. Так, что там, не скинул еще, да? Скидывайте стаки, сука. Нормально все, идем нормально. До берсы 2 минуты, нахуй. Не ебланьте, делайте все так же четко по кругу. Так, звезду. И сразу разбить, и сразу разбить. Не заморозьте лишние склепы, сука. Стаки скидываем. Стоим ровно, скидываем. Шалфир на хп дай. Быстрее, быстрее, быстрее. Подхильтесь, сука. Так, скинул, иду. Следующую звезду будет притяжка. Звезду будет притяжка. Так, забрал, иди. Иди, иди. Толтион. Толтион. Так. А, вот это было нехорошо. Это дыхание боком, нахуй, за то, что она вначале... Это вы не виноваты. Это, да, это залупа Сируса, нахуй. Давай положимся. Хорошо, 9, да? Смотри, тут 9 лямов. Ну, почти. Да, оно реально убивается. Ну, просто вот, ну, вот этих мелких слаков, вот эту залупу все не делайте, там, не умирай, мифига, блядь. Бегать, уступать. Ой, ну куда мне было? Ну почему он не мог просто, сука, стой. Короче, в следующий раз. В следующий раз. Забронировал себе. Братан. Охуеть, он себе место забронировал, тихо. А мне идти куда хочешь. Я стою сюда, пятая, шестая ступенька. Да тихо, да я тебе объясню, блядь. Давайте я всем вам объясню. Вот давай ты в следующий раз, знаешь, как делай. Вот если какой-то пидор там стоит и место себе забронировал, ты, во-первых, кричи вниз, пидор, убеги нахуй, я не успеваю, блядь. И еще помимо этого, запомни его ник, нахуй, чтобы я ГП ему въебал, нахуй. Я вам объяснял, нахуй, мы пришли сюда, я говорю, уступайте место, сука. Вы стоите, людям бежать еще 15 метров, нахуй, до их метки, нахуй. Так вы лучше пробегите вам до метки 12 метров, два прыжка сделать, нахуй. Вы что, блядь, совсем уебки, блядь. Если вы будете так играть, как, ну, похуй, типа, вы сука, не вы РБК, блядь. Вы тут только по командной игре победите, убьете босса, блядь. Ильича и всю эту хуйню, и Джайну, блядь. Тут надо сейвить друг друга, хилить, отбегать, уступать дорогу, блядь. Ну, сколько раз он выносил, все было нормально. Но тут сейчас, да, не успевал я добегать. В прошлый раз ты говоришь, он челик бежит, говорит, мимо тебя. Этот челик был я, бежал мимо вот этих трусов в квадрате. Второй раз вот у меня такого не прокатило, не успел я добежать. Все, я не знаю, я тебе совет еще дам, знаешь какой? Не беги нахуй на ступени нахуй. И все, блядь. Вот со мной встань там, вот где-то в районе звезды, нахуй. Ты там просто вправо-влево отойдешь 10 метров, и все, тебе не надо мозг ебать. Поставь глыбы не так, как они стоят в метке, нахуй. Ты просто поставь так, чтобы ты, блядь, не сдох от двойного урона глыбы. Все, сделай, да, это, я, и все. Я понял. Да я всегда стою, четвертая, пятая метка, как бы, ну, близко. Есть метка, побежал, нет метка, выше поднялся, метки появились. Все, нормально, короче, все, то же самое делаем. Босс очень легко падает, там примерно на лямах 5-4 уже будем это смотреть по притяжкам. Где-то секунд за 30, за 40 до берсы там будем давать Геру и добивать. Вот, все то же самое, только это без залупы, без всякой, играйте там, не исполняйте говно всякое. А после этой притяжки рано Геру сдавать? Сейчас, ну, которая была? Да, хуёво там. Ну там Гера, она это... Она, блядь, по сути, без Геры убивается, эта Синдра. Она крутая, знаешь, тем, что... На каком-то, знаешь... На таком уровне надо играть, что вроде бы и стакать по одному стаку, и захиливать эту хуйню под Герой. Но это особо тоже ничего не даст. Тут люди проебутся. 3-4 стака настакают, по рейду это хлопнет. И потом, блядь, эта Гера, похуй, будет.
Так же Гера дается, и так же глыбы выносятся и одеваются. Ну да. Но она просить не всего дается на момент. Либо когда до третьей взлетки, то есть перед четвертой взлеткой не успеваешь ее перевести, она дается, либо уже когда в сторону глыбы несешь, там 3-4-5 лямов добивать, то тогда самый профит. Что глыбы в сторону, и все бьют фул по боссу. И только склепы выходят, не бьют. Я, блядь, чекал, нет? А там в конце одна глыба стоит в центре же, да? Или как? Всегда в центре. Всегда в центре. Но когда в сторону, это уже добивать будем там по хп. Не, который последний не разбивает или разбивает? Там 2-3 ляма остается. Или все время разбивают? Это. Все время разбивают. Не парься. Когда скажут, уноси в бок. Доковырять, получается, да? Когда в бок несут, несут в бок, и вы добиваете босса просто, и все. Давайте до этого дойдем, блять, по-нормальному. Да, в плане, наверное, этого. Если сейчас все четко исполните, в плане профа попроще синдра будет. Не знаю, для меня точно проще. Проф такой, блять. Слизни эти ебаные, нахуй. Свищи таргета дохуя. Притяжка сейчас будет. Вот где-то где я прыгаю. Ебаньте фридом кто-то там, блядь. Ебать, нихуя челики, смотри, бегают. Ступай, стану. Кто первый? Самые дальние занимают. Команда просто. Ой-ой-ой. Где там рыба не убейте, и такой. Четвертая последняя, вот она перед кружком падает. Потом после этой синдры обычка будет казаться хуйней нахуй. Притяжка скоро, готовьтесь. Ёбаный. Ну, блять. Нихуя. С блинками, блять. Гений на. Уже, блядь, почти там стоял. А че это за тело на меня побежало? Сейчас, блять. Я себе, блядь. Бежит, смотрю. Следи! Места-то много, сам говори. Я так-то понимаю, блядь, но квадрат пустой, блядь. А там хрен знает, есть кто сзади, нет, блядь. Сразу место освобождаешь. А как дела там, блядь, пацаны, блядь, на связи, да? Она меня как-то обошла. А, да, щель была, я понял. Так, давай посмотрим. БР и ПКД минута. Это была у нас... Да, это была вторая взлетка. А чё, у него СС был? А, Равис поднял, я понял. СС есть сейчас, могу дать по время боя. Дай, значит, по Вадикону, а Притон дай по Оджи. Вадикон как откатится, резнешь вара. Там какой-нибудь удобный момент. Притяжка скоро готовилась.
Вот не надо истерию, давай за 6 секунд перед тем, как она взлетит. Ты говори, я просто не знаю, когда тебе давать. Просто, ну, когда фаза, то есть 3 первых, ну, сейчас... Меточки там. Шектор, шектор, шектор. Я не успеваю. Понял, блин. Пиздец на связи, ну чё за хуйня? За глыбой стою, я не знаю. Ну, блядь, я не знаю, нахуй, я тоже не знаю. Хуёво стоишь, значит. Танк арестор, да, так выхожу? Да. Ой, там ой. Возрождение будет сейчас у двоих. Убили, сука. На, нахуй. Да. Убили, так. Блядь, две глыбы просто. А, убили, да? Ну, конечно, молодцы, ну, вот я, так и продолжайте. Она умирала, я за вторую пошел, блядь, и вторая в этот вместо момент, того, чтобы, вместо того, чтобы у босса убить, вот эту залупу исполнять, зачем? Ебануться. Мифику, мифику, сотку давай, это я только что Шектора убил, я тыканул, я извиняюсь. Пиздец, ребята, блин, я хуй знает. Ну, сука, ну все же, блядь, хватает. ДПС, ХПС, все хватает, нахуй. Нахуй вы исполняете хуету, сука. Ну что, блядь, вы себе поймите, вы спокойнее сыграйте без залупы, без всякой, без заскоков, блядь. Ну у нас все хватает, блядь. Исполните нормально, блядь. Почему это так сложно, нахуй? Вы, ну, хоть себя цените, начнете выше. А то это пиздец, обидно же, блядь, 8 боссов убивать. Бичи. 9. 9, нахуй, да не вспоминаем. Не, Лану, кстати, Лану не хорошо. Убили. Лану хорошо, блядь, убили. Вот как на Лане, нахуй, без... Ну это, видать, просто это, непривычное, блядь. Ну вот, как РЛ нас начнет, научит считать, так будем убивать. Чё считать? Ну, 8, ну, блядь. Ну, видишь, 8, когда 9? А, я понял, блядь. Ну, типа, 9 это тоже, знаешь, блядь, непрестижно, нихуя. Да если это уже давно понятно. Все уже давно убивают, почти фул, либо фул. У нас немножко... А может реально перерыв там минутку, две, три, просто ладно, блядь, перевести идите, и идите, а... идите, идите. Ну прям, ну, только, скажем. Да, я только со счета сбился, что-то думал, что уже четвертая упала, и я его еще сильнее начинаю бить. И смотрю, четвертая летит, я понимаю, что... Ну, блядь, две глыбы нахуй разъебашил, блядь. Идите, курите. Нет, я одну. Пока за есть такая возможность. Идите, идите быстрее курите, умойтесь там, блядь, чай попьете, блядь. Все, блядь, отошел тоже. Что-то я смотрю, там челики уже уходить собираются. Пару трайф и друзья зовут бухать. Да-да, это про меня. Просто АФКшил, я решил ПМ отписать, по пути нет. Big Dam, Genshin, Zalfir. Можно было ебануть, просто надо сыграть покрасивее. А если бы вчера, прикинь, вот вчера час оставался, да? Мы пришли, три раза упали, или два, блядь. Если бы вчера с первого, можно и Синдру здесь еще, можно вообще все проносить, нахуй. Из вайпов, блядь. 3,5 часа. Часам. Пока что ДПС маловато, конечно. Люблю щиты и тулитон там пара. Тулитона нету. Т
ты тут? Тогда пошли запускать. Пошли и запускаем. Ты тут, ты тут? Ты тут, ты тут. Бать, как, блять, выгораешь, когда танчишь тысячу раз этого босса, ебаного. Иди ты нахуй, блядь. За ногу КД 300 сразу, блядь. Вот-вот о чем я и говорил, почему получил. Ты кош оставляй на вот эту, на подтяжку. Если я буду кош не использовать, блядь, ДПС вообще не будет. Ты, получается, до притяжки отдаешь? Ну, нихуя. Баная мразь опять не улетела. Ну, блядь. Ровист форму оленя, ну, призван, я не знаю. Вот, отойди. Значит, призван вставалку проебал, сдох. Там аура еще била, так что вставалку с хуёво отдал. Значит, тот же будешь резать ровиста, ровист призана. По-моему, третья пара, точно не помню. Да. Ну, сейчас четвертая, готовьтесь. Фуловый склеп стоит, если что. Сразу тотем проебывай. В него и нырки там закидывайте. Тут особо не сядешь. Только в конце, может. Так. Щель. Смеческая щель. И четвертая слева. Щель. Так, АБР всего один. Что же делать? Давай Вадикон Геншин резаем, попробуем. Погибли смертью храбро. Вот же и дыру кому забросить, а вроде мана фул по Геншину. Бафы там, каску обязательно, по 5. Смотрите там в щели поосторожнее, блядь. В щелях. Вдвоем не бегайте, ну ебаный в рот. Страшная штука, это щель. Ох, ебать.
Я дерзкий. На, нахуй. Я не успевал убежать никуда. Ну, блять, хули. Рывок тебе на что бог дал? Паш, там надо. Я пристил. Какой пристав? А, не люблю еще сдох, да? Или нет, чё? Я не сдох, я глыбу вынес не в метку. А, так при чем тут ты? Я провара, блять. А где падает, я не вижу. А, нихуя, я долбоёб. Щель, щель летит. Сейчас, секунду. Далековато, да? Или пойдет? Пойдет. Пойдет. Так, ну чё там? В этот раз... Там, в этот раз ДПС залупа. Два челика чилят, лежат. Ну будет притяжка еще. Там переведем, скорее всего. Это хуёво, конечно. Может ДПС не хватить, может быть обидно. А мы в Барсову прям все. У нас два... Беги, малышка, беги! Сука, еще два раза пацаны не хватит. Метка 3 секунды. Так, топа. Еще одна туда метка надо будет. Да должна быть притяжка сейчас. Стойте. Сейчас будет. Здесь не будет. Вот, нормально. К концу притяжки подбивайте уже. К концу притяжки разбейте. И следующую звезду сразу разбить. Иду менять. Что-то мне фридом никто не дал. Отбежали, отбежали, отбежали. Ну, БР 4 минуты. Не знаю. Я могу тебе СС дать. Так а хули толку, кто босса держать будет? Нет, там нехуй делать, уже точно берса, минус танка. Парам-пам-пам. Парам-парам-пам. Все заебись, ну блять. А из-за чего меня убило? Ну, не фул хп было, бежал, дыхание, стаков сколько словил, ну не знаю, 3-4 стака. Сейчас посмотрим. Полученные смерти. Так, на связи, смотрим. Значит, дыхание 59 тысяч. Так, хп у тебя было 48 тысяч. Это говорит о том, что хп не фул. Ну, аура тикает по 9700, это уже получается что, ну 5 стаков, наверное. Или 4, блядь, где-то так. Обморожение. Такой, да, момент, блядь, хуёвый. Ну, танковат ты ещё. Надо тебе это... Палы вообще бы тут ревностные, минус пал сразу, нахуй. Хотя палы тоже могут потанчить. У тебя фрошмота нету, кстати. Вот, наверное, из-за этого. Ну вот, Притон уже на такси уезжает. Ну. Так, ну, чё, вот тебе косарь за лану. Иди. Кто там есть на замене? Еще будем тратить или чё? Такси. Да, конечно, давайте тратим. Давайте ещё повыпаемся. Как не лайкаться, надо щели пофиксить. Там, блядь, злобный наш. Щели вообще пиздец. Опасное дело, блядь. Злобный вон в СЛК уже, на десятке. Да, решил попытать счастье на трубу. Ничего как? Ну, пока на леди. Сет же есть. Триалтон есть.
Не надо триалтон. А чё? Сетжу? А, нет, это хан. Хан. А, нет, это ладно. Я думал, ты про ШП. Так, он приз... в какой-то пати тоже. Сетжу. Это те, кто на замене, которому ты будешь ЕП потом в конце рейта давать? Он не будет уже им ЕП давать, потому что они не пошли в рейт. У тебя много голды ушло на эти камни? Ой, блядь, я не помню нахуй. Сколько они тогда стоили, блядь. По 500, что ли. Сколько там, 5 камней, да? 5, точнее, фрагменты. Фрагменты стоили по 500, что ли, или по 400, нахуй. Ну, короче, это успел хватить. 5к добавляют, да, примерно? Они вообще по 300 стоили, блядь. Сейчас-то я не знаю, сколько они стоят. Сейчас они по 800 стоят. Это уже целая полироль? Нет, это один фрагмент. Это пиздец, дохуя дорого, нахуй. 4к. Ты... Вы сердоли видели вообще красные? По 28, по 30к. Нет, по 20... 24 сегодня. Я вчера 3 камня себе брал за 60к. Да. А их можно будет вытаскивать из дизайна или нет? Конечно. Да, конечно. А нахер тогда держи? Ну, в смысле? Заморачивался. Да, вытащил и продал. Короче, получается, замены у нас не было. Получается, что? Получается, вот что. Ебать. Так, давайте подумаем, что завтра делать. У меня завтра не будет топа. Вон там Мах пишет, говорят, что может пойти. А у нас вон еще вар ушел. Ну, а Сэджу, если взять лобу этого рога и Маха. Этот, что завтра, этот, целка идем, да? Я ставлю. Доставь, придут, не придут. Все. Конечно, да, можно. Будет дохуя ИП, кто не придет, тот ИП дохуя проебет. Ставлю целка завтра. Синдра. Нет, мы можем убить эту синдру. Да. Ах ты хитрая морда. Синдра. Ну не так. Ваши приколы с ИП, вот, блять, вот не знаю. Я вот тоже 50 на 50 завтра, хуй знает, буду, не буду. Ну не так дохуя, что вы там дохуя проебете. Ну не знаю, 500 там накину, косарь, не знаю. Не так много, блядь. Когда ты первый по приоритету на токен. А, ну может быть, может быть. Все. Вот это... прикинь, не одна шипа. Угу. Ой, рогу. На рогу. Че, в 10 гера никто не хочет сходить. Значит, завтра до упора эту хуйню хуярим. Завтра я уже второй день отработаю уже. Так, отсюда отнять. Ну а на следующей неделе у нас, смотрите, идея фикс. Это обязательно надо вот эти 3 дня уложиться. Дальше в воскресенье Гера пойдет. Это самое важное РТ на следующей неделе. Чтобы у нас больше дней было, чтобы мы это ЦЛК закрыли наконец-то. Хотя бы лича. Так, Тролде единственный замены плюсанул, он там... Слабоватенький. Ладно, вот косарь. Все, давайте до завтра. Надеюсь, завтра у меня получше станет, блядь.